Кирилл кричит на птичьем языке, и жизнь его в отеческой вольере теперь проста по самой высшей мере небесных птах в опеке и зерне. Он вышел к 30 своим годам огромным, малым, без больших усилий, минуя мелкие подробности в курсиве по заголовкам и по головам, но тоже головы не уберег. Когда 9-м разом брошен с трассы, рассеялся сквозь стекла и каркасы. Собрать его никто уже не смог. Порой жена к нему привозит дочь, но это дань формальности, и только он затихает, лишь проводит в койку, он засыпает и молчит всю ночь. И в этой тишине через забор, сквозь яблоневый занавес тяжелый, я вижу мальчика. Он смотрит отрешенно, совсем не так, как тот с недавних пор. Наверное, фантазии мои, навеянные отчасти ностальгии, отчасти тем, что думать о Кирилле приходится, откуда ни взгляни. Омнибусы остывших облаков, пустые, розовеют на границах и пробуждаются невидимые птицы, и тени их летят через порог.